а потом еще отдельно. Хорошо. Еще мы требуем, неоднократно требовали и судились по этому поводу, и все бесполезно. Мы требуем заключения договоров, чтобы новый застройщик, МОС-отдел строй номер один, заключил с каждым дольщиком новый договор долевого участия, как требует 214 ФЗ, подписанный Владимиром Путиным, гарантом нашей Конституции и всего. Вот. Мы требовали неоднократно и требуем сейчас заключить договора долевого участия, что новый застройщик с каждым дольщиком с четким указанием сроков сдачи объекта. Потому что сроки постоянно переносятся. Уже перенесены. МОС-отдел строй всего лишь работает 2 года. Уже все сроки 3 или 4 раза переносились. В общей сложности более чем на год. Все это есть в отписках, вся эта история видна. И отсюда, пока Сергей Семенович Собянин с нами не встретит и не прогарантирует прилюдно, при всех, пусть он пообещает не нам, нас он ни за что не ставит, пусть он обещает Путину, что он достроит, наконец, наше ЖК. 20 лет уже строит. Ну не 20, 15 лет уже строит. Как пришел, так и строит. Что получит все, то, что... Нет, начали строить еще при Лужкове. На 50%. У нас что, полдома снесли? Я покупала дом, который был уже практически готов. Это 3-й корпус. 90% готовности. МОС-отдел строй зашел на стройку и ставит 52%. Остальные куда делись? А это что вы делаете? Города Москвы, который называется Москомстроинвест. Вот в этом прекрасном особняке на Воздвиженке 8 в центре Москвы находится этот самый контролирующий орган, который должен был контролировать наши денежные средства, то есть денежные средства дольщиков, вложенные в строительство, чтобы они шли только на стройку, ни на какие другие цели, и должны были контролировать застройщиков. Что мы видим? Годами. С 2013 года мы писали сотни мотивированных обращений в этот орган, обращая внимание на преступные схемы вывода наших денежных средств со стройки. Мы писали, по каким договорам выводятся эти средства, какие суммы. Но в ответ от этого замечательного органа, в то время возглавлял этот орган Тимофеев Константин Петрович, сейчас он пошел на повышение, мы получали ответы, что нарушений нет. Такие правы, конечно, я уверен. Ой, я не вот. Я думаю, что хотя не бы... Не держишь, дай бесконечно. Нет, у меня теперь стимул есть. До 100 лет дожить, представляете? Есть уже стимул. Вместе, в теплом месте, сколько лет. А у вас ключи нет, есть, да? Решили хорошо. Этот вопрос. А как вы будете отстегиваться? Мы будем ждать руководителя. Это вопрос жизнеобеспечения. Вы не соответствуете своей должности. Я вас не толкаю. Подождите, вы меня толкаете. Вы меня вдвоем причем толкаете. Отойдите от меня, да? И вообще от нас руководитель. Сделайте, пожалуйста, для шага в сторону. Закон. Вы социальную дистанцию. Социальную дистанцию соблюдайте, полицейские, отойдите от меня. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Пожалуйста, не нужно. Бабки пиздить наши согласованы. Пятому! 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 Дольщики требуют выйти пятому. Пятому! Пятому! Вы должны нас защищать! 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 А вы ее вы видите, и я тоже.
чтобы вы отстегнули Ну на основании чего вы требуете? Мы-то свое требуем, наши деньги. А вы на основании чего требуете? А я на основании закона. Да какой закон? Закон оборовали нас! Делаем закон, вон там. А ворот вытащите оттуда. А мы-то туда вышли, пустите давайте нас туда, вы там. Давайте, да как отстегнуть? Вот воровку отстегни, вытащите и меня сразу отстегнули. Воронку вот эту отдайте нам! Пятого, мы пожалуйста! Да. И сразу отстегнуть! Еще раз, тоже, я вас убедительно прошу, расстегнуть. Нам нужна пятого, мы не хотим, не нужно, ну, не это его. Скульптура нужна где, воронку позовите, а! Воровали! Воровали! Воровку дайте нам! Пинкевич на свободе, нас оборовали! Смотрите на нас! Меня не надо напирать! Вон в сторону! Тихо, тихо, тихо! Сейчас карантина, не лезьте ко мне! Женщина, не мешайте! Да уберите этого мужчину! Все, забираем! Уважаемый, идите сюда! Забираем! Есть, есть! Я вас прошу. Беспредел! Вы будете снимать? Будете снимать? Я не могу снять. Не нет, сторонка. Не толкайте оборудование. Пройдите сторонку, я вас прошу. Вы должны нас защищать. Чего лезем? Вы против подожди. Закона. Вы против закона. Вы против закона.